дом руководителя экспедиции, как он здесь обозначен, дом правителя. Зайдем внутрь и посмотрим. Вся информация на русском языке. Дом Ротчева. Свой план. То есть дом вполне в таком смешанном, конечно, стиле, но в достаточно русском стиле. Это, так понимаю, зал. С камином, с печкой. Насколько я знаю, здесь всего один дом сохранился, который в оригинале. Кровать. Ну, спальня детей. Даже с люлькой. С маленькой. Он в гостиную закрыт. Там можно посмотреть, увидеть рояль, самовар. Это рабочий кабинет руководителя миссии, который вход как со спальни, так и с камина, с каминного зала. На столе, можно сказать, калькулятор древности. Это счеты.